Источники разведки предупреждают о плане режима Николаса Мадуро зарегистрировать, как венесуэльцев, и привести колумбийских граждан голосовать 20 мая в Венесуэле. «Подчеркиваю, что мы не признаем результаты этих выборов», — написал Сантос в своем микроблоге в Твиттер. По словам Сантоса, он дал поручение силам безопасности на границе страны удвоить контроль, чтобы избежать прибытия в соседнюю страну граждан Колумбии для голосования.